редкие монеты, счетные машины и устройства распознавания фальшивых купюр. В Национальном банке Чувашии прошел день открытых дверей. Его главная задача – повысить уровень финансовой грамотности. Прокачал свои знания и мой коллега Рифат Фаткулин. Сотни взрослых, студентов и детей. Такое количество гостей в отделении Нацбанка Чувашии – явление редкое. Только раз в году здесь распахивают двери для всех желающих. Стол эксперта в этом кабинете проверяют подлинность банкнот. И это самая популярная площадка. Так же, как и ростомер, сколько нужно денег, чтобы выстроить фигуру вашего роста. А ты стоишь у нас 19 миллионов. Видишь, как ты дорого стоишь? В витринах все основные исторические вехи, от мелкой почти истертой чешуи старинной монеты до современных банкнот. Счетная машина – один из главных экспонатов. Скорость 600 купюр в минуту. Мы сегодня слушали очень интересную историю появления денег. Проходили викторину по разным городам, где как называются, какие монеты. Меня удивили масштабы ваши. Особенно я не думала, что есть такие счетные машинки, большие кассовые, я не знаю, как назвать, аппараты, которые пересчитывают миллионы. Для Банка России финансовое просвещение населения – одно из главных приоритетов его деятельности. Количество финансовых продуктов и услуг постоянно растет, поэтому если человек не знает по сути о финансовых продуктах, то, соответственно, это негативно скажется на его финансовом благополучии, ну и, соответственно, понизится уровень доверия к финансовому сектору. Поэтому очень важно вот именно повышать свой финансовый уровень, и на сегодня финансовая культура выходит на передний план. Обычно закрытая наглухо машина стоит с дружелюбно распахнутыми дверями. Гости заглянули и в инкассаторский автомобиль для перевозки денег. Каждый мог посмотреть его изнутри, а также ощутить на себе вес бронежилета. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.